У Гомелі завершился областный конкурс молодежной и дитячей творчести «Квітнее моя земля». Его проводит Гомельский мастацкий колледж. Все лето творческое споборництво объединило больше, как 200 мастаков из всего региона. Удельникам от 6 до 25 годов. Промежцев вызначали у 4 возрастовых категориях, у таких номинациях, как живопись, графика, декоративно-прикладное мастацтво и фотография. Организаторы означают, выбор лепших работ стал складаной задачей. Я очень довольна уровнем. С одной стороны, это и наши выпускники, которые уже на данный момент преподают в школах области. И радует то, что каждый год участвуют, потому что эти дети, кроме того, что они трудятся творчески, они еще учатся, посещают школы, студии. Поэтому много времени уделяют этой работе. И хочется пожелать этим детям творческих успехов.